Спонсор прогноза погоды «Эвалар». Повышенные нагрузки на глаза? Принимайте чернику Форте «Эвалар». Черника Форте от компании «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Черника Форте способствует сохранению зрения для всей семьи – взрослым, школьникам и даже детям с 3 лет. Это прогноз погоды на понедельник, 17 октября. С вами Анастасия Максимова. Здравствуйте. Начало недели будет облачным и пасмурным, с прояснениями. Небольшой снег и дождь. Ветер переменный с усилением. Возможен гололед. Будьте внимательны на дорогах. В утренние часы местами туман. В понедельник днем температура воздуха в Бийске – минус 2, Белокурихе, Камни на Оби и Тальменке – минус 1 градус, в Алейске – 0, в Заринске, Змеиногорске, Колунде, Рубцовске и Славгороде – плюс 1 градус. Пониженное давление держится в Змеиногорске – 731 миллиметр, по краю – 743-757 миллиметров ртутного столба. Столица Алтайского края – Барнауле – плюс 1 градус. Давление в норме – 747 миллиметров. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. В первой половине дня будет ясно. Погода управляет нашим настроением, и в то же время плохая погода помогает мобилизироваться и справиться с осенней хандрой и с новыми силами начать новые дела, как и положено в понедельник. Это все о погоде на сегодня. Хорошего вам дня, всего доброго, до встречи!